Ну и первое, с чего обычно все начинают свой отдых, это, конечно, ужин. Вот и мы сейчас собираемся идти кушать. Вот там вот нам дадут номер. Да, я знаю. Вот, перед по такому. Там надо искать кабинет. Не, сюда. Так як у Києві по метро, як твоє любиме. Я скучила тут. Саша, почекай. Щоб добратися до пляжної зони, от по такому от переходу. Там є стіночки? Єдине, то, що дуже високе, то от по центру дуже маленька висота. Та там є туалет ще. Там туалет буде ще. Да. Кто первый раз приедет, туалет есть сразу тут, как только вы заезжаете в отель Бельпинат. Если вы смотрите на него, слева есть туалет. И когда вы переходите на пляжную зону, там где типа аквапарка, там тоже есть туалет. Это если вот вы только приехали и не знаете. Тут уже с коляской проще, как мы видим, есть вот такой вот типа пандуса. Но у нас, конечно, передние колеса не поедут. Как здесь с колясками или все приспособлено? Смотрите, много кто приезжает, так само, как то же самое и мы сначала не знали. Вот, например, сейчас покажу. Есть переходная зона из спального корпуса в активную зону, вот, по низу. Если на этой стороне, вот, например, есть пандус, да, для колясок, но он как бы не для всех колясок подходит, и одной женщине, одной маме, например, не всегда удобно, да, это сделать. А вот на той стороне, сейчас мы дойдем, там пандуса нет. И там просто вообще нереально. Мы поначалу вдвоем эту коляску, то есть спускали, после того, как нам сказали, что можно взять для тех, у кого коляска, маленький ребенок, можно взять ключ. То есть дается ключик, вот, и вы спокойно с коляской переходите, то есть через дорогу открываете тут дверь, и поверху можно спокойно пройти. Вот смотрите, вот видите, здесь пандуса нет. Вот. Поэтому не стесняйтесь, приезжайте, сразу спрашивайте ключик. Вот. И с колясочкой тогда переезжаете на ту сторону. И переезжаете на ту сторону без проблем. Это такой вот нюанс, чтобы вы не пугались. Тут все идут навстречу. То есть получается, даже в этом даже в этой ситуации все очень просто и хорошо. В общем, пока все наши собираются. Ну, собираются и еду себе собирают. Я достался с вещами. В общем, скажу так, перелет был прикольный. То есть очень гладко все прошло. У нас только два человека. То есть как бы тяжеловато перенесли. То Саша, Света. Ну, как-то необычно было. К удивлению, Ира моя и дети вообще перелет перенесли вообще. Дети спали все время, Ира нормально, то есть и взлет, и там турбулентность, посадку отлично перенесли, то есть вообще как бы те ожидания, которые жена думала будет там намного хуже и страшнее, они не оправдались, а наоборот, она как бы с одной стороны даже и расчаровалась, думала, что будет поярче, лучше. То есть летать с детьми, то есть можно, это еще раз как бы сказать, я и своей ее стороны, да, то есть продемонстрировал и убедился в этом. Вот.
Вот, вышли с аэропорта, то есть очень вежливый персонал в аэропорту. Проверили паспорта, пошли мы, нашли своего оператора, то есть тур очень быстро. В принципе, весь самолет, который прилетел, все пошли туда. То есть очень долго не искали. Быстро там все проверили, прошли, показали нам автобус. Какой у нас автобус, все, сказали номер автобуса, погрузили, сели, приехали. То есть очень быстро, пока ехали, провели небольшую экскурсию, рассказали, что как почем, на что стоит обратить внимание, примерные цены, достопримечательности, чуть-чуть истории этого региона. Сюда приехали, то есть без проблем оформили, скинули браслеты, идите кушайте. Ну, единственное, что заселение, да, из двух часов, это, в принципе, большинство отелей там. Вещи оставили на ресепшене, там же, в принципе, есть комнаты переодевания, переоделись. Вот. Ну, и, в принципе, что, сейчас нужно от здоровья покушать, а дальше будет видно. Нужно, конечно, и отдохнуть, осмотреться тут кругом, что как и к чему. Вот. Ну, и будем по чуть-чуть осматривать, я думаю, будет очень насыщенно и интересно. Буду стараться все снять, все показать, это обширно, будут отдельно ролики там под музыку, отдельно будут какие-то моменты, может, показывать, потому что действительно тут вот отель Гюпинар очень хороший, очень насыщенный, и вот очень мало про него информации, ну, информации-то много, а вот я, например, старался искать видео какие-то, да, то есть, чтобы максимально там все взять. Они есть старые, там 14, 15, 16 года. Есть такие, то есть непонятно о чем, непонятно как. Хочется что-то более-менее качественное и как-то красиво, и как-то вообще все показать, раскрыть этот отель. Вот. А я напомню, что это у нас май месяц, 15 число, середина мая. Вот. И кто собирается именно в начале сезона ехать отдыхать, тоже будет интересно обратить внимание, какая сейчас погода, какая сейчас вода, вот, сколько вообще отдыхающих и как вообще отдыхается, то есть в начале сезона. В общем, будет интересно, оставайтесь на моем канале, мы начинаем ужинать. В общем, до скорой встречи.
люди, кто это делает шикарную съемку. Это вот этот молодой человек, брат-близнец мой. Вообще аппаратура идеальная, Джигит. Шикарная. Мы тебе советуем, брат-близнец, приезжать в этот прекрасный рай. О, белые люди, когда вы все приедете, вы будете тоже шоколад нации.